Приветствую вас, мои дорогие друзья! Поздравляю вас с завершением 14-го каталога Oriflame, и сегодня стартует новый 15-й каталог. Сейчас я буду делать заказ. Первый он маленький пока, я думаю, что будут еще заказы, потому что раздала каталоги клиентам, разослала электронные каталоги, но я не жду. Первый заказ я всегда делаю в нулевой день, чтобы уже в субботу получить все новинки. Что я себе заказываю? Беру все крема для рук, новинки. Мне очень понравился дизайн. С грейпфрутом я беру два себе, и один у меня заказали. Беру 4 набора мыла с лимоном и вербеной. Мне кажется, это будет что-то нереально классное. 3 мыла по 50 грамм получается, 239 рублей. Один наборчик у меня уже заказали, и себе 3 беру. Зубные пасты. Под заказ туалетная вода Венти Пауэ. Хотела заказать себе помаду теплой ореховой из серии On Color. Она у меня уже была. Шикарный цвет. И она мне идеально нравится на осень, на зиму. Но ее нет на складе. Как-то странно, но ее нет. И тоже заказали мультиактивный бальзам с SPF 15 для губ. И что я беру еще себе? Ну, конечно, здесь подарок-сюрприз. Это какой-то пробничек. В прошлый раз мне положили пробник AZ тонального крема. Каталог номер 16. И у меня здесь женские витамины. Одна пачка за деньги, одна идет за 1 рубль. Но баллы считаются и там, и там. И получается за 1 рубль питательный коктейль для контроля веса шоколадный. Конечно, беру. Как за 1 рубль не взять такую вкусняшку? Но это еще не все, потому что у нас далее есть распродажа. Я смотрю, что здесь в распродаже хорошее. Вот у меня, кстати, заказали, по-моему, 2 сейчас. Подождите. Я клиентке скинула сразу информацию, что у нас появился CC-крем, потому что она меня только вчера спрашивала. И она мне заказала... Да, 2 штуки. 2 CC-крема. Дезик один. И я себе еще увидела, присмотрела здесь тоже мой любимый дезодорант. Он с серой крышечкой, вот этот очень люблю. Я его всегда себе заказываю. Мне нравится, что он без аромата. И мне нравится то, что он не оставляет белых следов на темной одежде. Раньше так все время с этим боролась. Кстати, рекомендую масло для ногтей кутикулы всем. Такая классная штука, просто вот супер. Я все время пользуюсь, когда ногти обработаю. И в течение вот всей недели он у меня вот лежит всегда тут вместе с ручками, с карандашами. Я его прям беру всегда раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, нанесла. И пока работаю, у меня маслица впитывается. Потому что, ну, если я, конечно, ручкой пишу, то я не мажу. А так, пока работаю, например, слушаю какой-то эфир или печатаю, здесь как бы на пальчики, на подушечки не попадает, я работаю только, то есть наношу только на зону около ногтя, да, на кутикулу, чтобы все это смягчить. Очень хорошая маслица, и вы надолго хватает. Очень хвалят средства для очищения кожи, говорят, что это просто какая-то бомба. Я, кстати, заказала ранее для дочки, лежит, ждет своего звездного часа. Очень люблю шампуни для придания объема волосам, для очистки. Такая, знаете, палочка-выручалочка прям. Тальки классные. Тальком пользуюсь летом. У меня вот такой желтенький тальк. Он очень хорошо помогает избежать этого лишнего потоотделения. И увидела тут такое предложение. Вау, просто набор Giordani Gold Essenza. Мой любимый аромат. Он так остается моим фаворитом. А здесь в набор входит еще и крем для тела, и дезодорант. То есть вот вся линейка, чтобы от кончиков волос до пяточек был один аромат. Это, конечно, очень круто, но не беру. Так, добавляю в корзину. Девочки, мальчики, смотрите, что появилось. Кто в прошлом каталоге номер 14 сделал заказ на 50 баллов, то сейчас вы можете... Еще сделав 50 баллов, а у меня уже 170, вы можете добавить в заказ вот этот кошелечек. Очень стильный, он объемный, туда поместится и телефон, большой смартфон, и карточки все. Он очень классный. Я, конечно, добавляю все, и даже еще и баллы он дает добавить. И вот тут чуть ниже, тоже в корзину. Мне понравилась это прям сумочка. Через плечо можно вешать, будет очень удобно. Так, берем 10 каталогов дополнительно, чтобы раздавать людям. Тоже добавляю в корзину и еще раз просматриваю. Этот аромат у меня, к сожалению, никто не заказал. Но я еще особо
никому не рекламировала, и я проверяю свой заказ, чтобы здесь у меня все было. Может быть, что-то нужно будет переложить в другой заказ. Ну все, я проверила, все хорошо, все добавилось, все появилось, все супер. Что делать дальше? Переходим в раздел «Доставка». Вот тут вы можете выбирать либо пункт выдачи, либо вы можете выбирать доставку курьером или доставка почтой. Если вы новичок, то при заказе от 50 баллов, то есть если ваш первый заказ 50 баллов, то вам бесплатно привезут любым способом, хоть почтой, хоть курьером, если у вас есть в городе, либо в пикпоинт, или в СПО, то есть куда вы выберете, вам привезут заказ бесплатно. Я оставляю свое СПО. Если у вас возникают вопросы, а как выбрать доставку? Вы знаете, вот я всегда говорю, будьте смелее. Вот, например, выбрали доставку курьером. Смотрите, что здесь предлагают. Так, доставка 300 рублей. Есть у нас вот еще доставка. А, это Сберлогистика была, да. То есть я раньше пользовалась доставкой на дом. У нас при заказе от 150 баллов была доставка бесплатная. Но сейчас этой услуги нет, поэтому я выбираю СПО, потому что разница 100 рублей. А мы бываем в СПО очень часто. То есть практически для нас туда дойти это не составляет труда. Поэтому я выбираю доставку на СПО. Потом нужно выбрать метод оплаты. Я оплачиваю чуть позже, выбираю перед получением, но я оплачиваю через Сбербанк и накапливаю Сберспасибо. Сейчас можно оплату долями выбрать. Если у вас заказ, например, большой, и вы сразу не располагаете такой суммой, то вы выбираете оплату долями. И здесь вот этот сервис позволяет разделить сумму покупки на 4 равные части. Их можно будет оплачивать в течение полутора месяцев. То есть первые 25% сразу при оформлении заказа нужно оплатить. А остальные 3 равных части будут списываться с карты с интервалом 2 недели. То есть если вы этот способ выбираете, значит у вас будет очень удобно. Есть еще специальная программка по оплате долями, чтобы отслеживать, когда там будет оплата списываться, тоже очень удобно. Я оставляю вот так вот и перехожу к разделу «Оформить заказ». Здесь мы проверяем еще раз, куда выбрали доставку. Здесь мы смотрим сумму заказа. Почему-то у меня не опять, смотрите, уже второй раз такая штука, что мне оставили всего лишь 939 рублей. А почему? Второй раз, наверное, сбой какой-то, потому что обычно оставляют где-то 60%, ну, максимум можно 60% оплатить от суммы заказа, чтобы остальные, ну, то есть оплачивают, списываются со счета деньги, все, которые я заработала за период действия 14-го каталога, часть остается на оплату заказа. А сейчас почему-то всего 939 рублей, то ли сбой какой-то, я не знаю. Ой, уже все скидывают заказы, сайт только открыли. Хорошо. То есть остается только оформить заказ, или если вы выбрали оплату долями, то оплатить заказ. Сразу оплачиваете первую часть и завершаете оформление заказа. Я же еще сейчас вернусь сначала, все перепроверю, может быть, что-то уберу, что-то передвину куда-то и буду ждать свой заказ. Как получу, обязательно запишу распаковку. Покажу все, попробуем вот новинки, кремики все, мыло открою, посмотрю. Так, в этом каталоге не очень много у меня в заказе таких вот классных штук, но тем не менее, все равно распаковочки быть. Я вам желаю успехов, классного каталога и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не зарегистрированы в Oriflame, то можете с моей помощью оформить себе подписку. Прямо под этим видео будет ссылка, как присоединиться в мою команду. Присоединяйтесь, я с вами свяжусь и расскажу, что делать, с чего начинать, и подключу к командным чатам и обучению. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.